А на всех гранатах так сейчас? Я синхую на всех. Ну. Не помню, раньше предохранительная чека была. Я знаю точно, вот немецкие гранаты, они точно были без этой фигни. А что там дальше? В 41-м? Ну да. Ну так ты... Время вспомнил бы. Так чё, тут... Америка типа, и тут везде калаши валяются. Тоже мне. Тут сковородка патроны отражает. Вообще-то тут не Америка, тут типа Украина. Не, это какой-то американский остров, ты чё? Да, где написано полиция. По-русски. И города называются, блин. Так, товарищи наркоманы. Желез. Ясно, понятно. Странно, я радиостанцию еще нигде не видел. Или она в этом, на острове, если только военном. Там вышка есть. Нет, ты чё, этот, радиостанция другая. Какая... Думаю, тут одни. Блин. Но на соседних домах. На соседних домах прихерачился. Да, я видел парашютик. Один. Правда. Рюкзаки у всех есть? Угу. О, стреляют уже. Причем рядом.
Прикольно, рядом с узишкой 10 патронов от дробовика. Бонус. Тюнинг проводи. На. Ничего не знаем, заряжай. Нет времени объяснять, быстрее заряжай. Да. Ты лагающий читер. Я такой, да. Я был впереди тебя и бац, меня телепортировало назад. Кто нижний дома лутал? Никто. Как ты никто? Ты отсюда. Или нет? Нет. Ну, кажется, дверь только одна была открыта. Поняли, по кому тут шмалял чувак, который, видимо, отсюда прибежал. Паша, туда, куда ты бежишь, там точно кто-то был. Я бегу. Ой, Валёк. Да, чуваки падали. Встречу дороги приключений. Пусто. Пусто и не густо. Я думаю, тут уже лутано. Мы скрываем нычки и ищем неприятности. Хорошо сказано. Неприятности мы найдем, я думаю. Странно как-то тут. Как-то все двери закрыты. Странно, лутали тут. Это ты, Паш, стрелял с глушака? Я с глушака. Нет, у меня глушака нет. Тут кто-то шмалял рядом, прям с глушака. Это был не глушак. Чё такое? Паш, ну чё... Чё ты? Чё ты хочешь? Ничего, что я автомат как бы подобрал для с этими патронами. Вектор. А, ну так бы сразу и сказал. Ничего, что я подошёл, автомат. Подошёл, я автомат беру, 20 минут, у меня патроны все пиздят. Забери. Иди и забери. Я больше Паша, не верю тебе. Паша, это такой... В моем сердце не осталось веры для тебя. Валёк, надо? Очки надо. Тетки надо. Не, походу тебе не. О, не, у меня тут покруче пушка. Хочешь, ты вектор бери. Вектор дают. На, я тебе даже патронов дам. Вектор я возьму. Могу отдать дробаш. Нет, иди Томпсона бери. Нахуй мне Томпсон, блядь. Кстати, а чуваков-то здесь нету. Иначе они бы это добро забрали. Как ни странно. А где Вектор? Кто? Вектор где? Там бартер был на дробах. В кармане у одного нехорошего человека. Я вообще убью нахуй. Ну давай поговорим. Давай, блядь. Поговорим нахуй. Так, ладно, мы не в круге, но круг, в принципе, не очень далеко. Опа, аж с Илюхой тебе делаю. Вот, Вектор. Ты охерел? Чё, попал, что ли? А чё, незаметно, блин? Я только сейчас заметил, я вообще рядом стрелял. Это отдача, что такое дебильная. Реально рядом. Смотри, он с вертикалки один раз у тебя попадет, тебе хана. У меня мачете есть. Мачете жопу не прикроет. Уж точно. Жалко, с вертикалки нельзя сразу два выстрела одновременно делать. Скажи мне, это проституция. Мы не проститутки, мы боевые шалавы.
Так, ну нам нужны колеса. Догнаться, малюха. Я на 100% уверен, что то, куда мы бежим, уже кто-то лутал. Хотя... Да бог с ним залутал, лишь бы засады не было. Тут каска вторая. Надо. Тут еще одна. Паш, тебе что-нибудь на ПП надо? Угу. Все, кроме увеличивания. Ахуй тебе, блядь. Зажал мне ПП, блядь. Я? Да нет, ты что? Хуй я тебе что теперь дам? Сейчас где-нибудь состыкуемся, я отсыплю. У меня там... Подожди, что тебе надо только? Все надо. А, все надо. Я говорю, кроме этого... Магазина. А, ну магазина у меня как раз нету. Там ложки, компенсаторы и все. Ложки, хуёшки. Да. Нам как бы надо бежать, народ. Там вот как бы рядом. Кстати. Как бы рядом. Коллиматор надо кому? Давайте сначала в зону, а потом уже. Пошли на кичу, братва. Чуваки, 60. По полю прям. Возле будки, за будкой белой. А чё это за неуловимый гад, а? Вы мне скажите, он как-то телепортируется местами. Зашел в будку. Это называется пинги. Мы ж на Азии играем, забыл? Кто? Ой, нас круг сейчас. Кто стреляет? Да я. А они не в круге? Чувак, нет. В будке в круге. А, не, будка в круге, да. Чё-то как-то даже печально. Мы можем пойти его убить. Пошлите его выкурим. Вон он бежит. Иду с ним говорить по-русски. Какого черта я вообще по нему не попадаю? Я убил? Офигеть. А сообщение не это... Как вы в чате не появилось, а так появилось. Пипец у него тут. Барахлишко. Может это? Будем двигаться дальше. Жизнь не стоит на месте. Должны продолжать наш путь ради тех, кто пал. Ну что, друзья, товарищи, будем грабить караваны? Караваны?
Машина. Машина. Нет, это мотоцикл. Он что, дурной? Он на катер поехал. Да нет, он по лесу поехал. Блин, перезарядка была. Машина. Едет 675. Убил. Я добыл нам транспорт. Блять. Оттуда же, откуда он приехал. Сверху, да. Люх, хилься. Опять мотоциклист недорезанный. Двое их там причем. Что они там делают? Не знаю, пока катаются на пробитом мопеде. Поехали. Народ. Вы его облутали? Да, поехали. Что Паша его облутал уже 30 раз. Это ж Паша. И можно грабить караван. Вообще-то нас сейчас тут расстреляют. Корейцы не устраивают охоту. Ну, давайте мы заточимся под корейцев. Зачем, Валёк? Ну, лут лишним не бывает. Странное вы. На радиовышке засядем. Не знаю, доехал туда кто или нет, но глянуть можно. Здесь попудово кто-то и был. Ну тут лутана. А чё вообще за заведение такое? Или дом престарелых? Центр здоровья. Написано же, блядь. Чё-то у меня большие сомнения, что центр, и большие сомнения, что здоровье. Интересный, блядь, американский остров, где на клинике русскими буквами написано центр здоровья, блядь. Интересный американский остров, интересный. Кому-нибудь второй надо? Кого? Давайте скидываемся с хрон. Офигеть, это чудушка там уже налутала. Лёх, мы с тобой бичуганы по сравнению с ним. Все, что ли? Даже не интересно. Ребят, с той же стороны, откуда мы приехали, едет кто-то. Угу. Ну, по чуваку я ляпнул. Молодец. Ну и товарищи комрады. Нервничает. Так.
Чайник поставь, пожалуйста, Кость. Триста на горе. И под горой, кстати. Убил. Там на горе еще целая куча народу. На горе или под горой? На горе, на горе. Рядом с деревом. А вон трупы валятся килограммами. Зона, походу, прижимает. Да нет, еще как бы. Слышу, но не вижу. Где-то стреляют. Где, непонятно. Машину их вижу. Где-то вот рядом совсем. Ага, вижу. Блять. А, увидел. Убили? Прикольно. Я даже не понял, откуда. От сука! В траве, блять, лежачий. Мудила, страшно. Блин. Один чувак всех нас. Нифига, точно всех убил. А где он вообще был? В траве лежал. Да. Ну, он не внизу, он почти наверху был. Вот где меня убили, он в пару метрах от меня лежал. Я вообще не видел. Установите себе. Ты что там настраиваешь? А этот обз. Метку ставят. Валёк, что ли, поставить? Ну, странно. Ну, Сара, не пидорасня. Скильких я зарезаю, скильких перерезаю. Сейчас нас быстренько убьют. И пойдем в лол. Спать. Ну, несколько тел тут точно. Ну, одна тень падает сюда. Какой у нас сервер? Да где война-то? Валёк, да, еще вот там, впереди тебя был. У него дробовик. Где он?
Двустволка, блядь, да, у меня я три патрона. Я сзади захожу. Он выстрелил? Да. Тут их... заходят. Тут их как бы двое. Паш, ты чё такой долгий? Ты где? Блять, вообще-то оббегал эту хуйню. Нафига ты ее оббегал? Он один был, он заряжался еще. Валё, ну, говорю раз... еще раз, я думал он в другом ангаре. Ты же сам сказал, да, он Валё. Там, я побежал туда. Ой, Илюха, где ты там? Убил их. Твоя жизнь, тлен, прыгай. Сейчас тут походу кто-то бегает. По идее мы всех положили. А, вот еще один. Это уже с другой пачки. Это с другой пачки? Ну да, он видел кнопку. Он сразу не сдох. Внизу четверых мы убили всего. Да ладно. Куда они вообще тут взялись? У меня гранаты есть, чтобы покончить жизнь самоубийством? Блять, нету. Можешь пару раз прыгнуть с этажей. Ну, чувака сверху надо было посмотреть. Может, у него граната была. Дымовая. Дымовой сложно убиться. Сучки, блять. Пару раз спрыгнуть. Угу. Не спускаться, а спрыгнуть. Там, может, блядь, гранаты есть. Ой, да просто выйди, да и все. Хер на них. Они меня убили как собаку, блин, столько лута, ёпана мать. Ладно, мы с вами, блядь. Спрятался. Нафиг вы там померли? Это Валёк. Слышь, кидала. Я вообще-то думал, что он уже и в следующий ангар побежал, поэтому мы с двух сторон заходили. Чё ты вот это начинаешь, блин? Чё мы будем вот это бежать? Постоянно. Он три раза успел перезарядить двустволку. Зашибись. Три Карл. Их там было двое, Валёк. Двое Карл. Второй подошел уже, когда там надо было только тебя добить. Вам вообще надо было... тупо по кругу гоняться, блять, я бы их сверху расстрелял. Смысл гоняться? Я-то со стволом был, Паша со стволом. Не знаю.
На ментовке обычно. Всех больничку слетаем, что ли. Мэншен. Я сейчас ставлю метку. Что 3, 2, 1. Свободное падение. Паш, ты куда? Паша? Павел, Павлуша. Илюх, он нас кинул. Мы все равно умрем. О, я вижу, как минимум тело. И одно там 8. Да? А я на колесах глотал. Чё за по соседству? На колесах. Рядом со мной никого. Ну я синху, ты в чистое поле прыгнул, блядь. Да нифига себе. Так, ну у меня пистолет есть. Но у меня даже пистолета нет. Валяк, ты не заметил, тут вообще черти есть? Один точно есть. Охереть, здесь он будет зачетный. Не знаю, я пока нашел только УЗИ. МКСС 8. Кто двухэтажку открывал за периметром? Северная сторона. Кто-то тут приехал, Валя. Это я. Это этот. Только Паш, аккуратнее. Тип либо в этом домике маленьком, либо где-то здесь шалундрой, в общем. Ты говоришь, в домике была открыта дверь? Ну, тот это, за периметром, который на севере. Конечно, палю, но я его не вижу. Тут вторые броники, если кому надо. Берите там патроны, аптечки, все в таком духе. Я пока попалю его. Те домики на холме палишь? Нет, домик на НВ.
Нафига? Так ты же сказал, там дверь открыта. Так что ты думаешь? Пока я сюда доехал, он уже 300 раз куда-нибудь убежал. Вообще нелогично. Может, он засел, ждет момента. В дверь в первую очередь. Вообще один. Ну я точно помню, что он сюда ебнулся один. Че, проверим? Зачем? Просто пошли, просто проверим. Хочешь проверить? Олюка, ты офигенно лутаешь, вообще от бога. А что мне там еще надо было брать? Два энергетика, например. Ну блин, чувак. Здесь рядом тип ёбнулся, я думал, что мне просто спину не убили. И вправо съебал. Я же он делся-то, а? Он точно был. Ну, столько в поле съебал. И он в большой дом забегал, потому что я там сейчас пробежался, там ни хера нету, блядь. По крайней мере, есть стволы, но нету патронов вообще ничего к стволам. Кто-нибудь сидите тут, поехали кто-нибудь со мной, ну, за тачкой, за вторым. А где она? Тут не вот. У тебя что там за стволы вообще были? У меня Сайга и 416. В том доме большом еще калаш валялся. Но патронов не было ни на одной, ни на другой. У меня Сайга, 10 патронов, все, больше ничего нет. Прикольно подлетели. Чувак. Мочи. Илюх, отползай куда-нибудь. Там один? Двое. Илюх, заползай за дом. Стой. Бегут. Нет, тупят. В дом потом заходим. Хотя он, блядь, открытый. Прикрываю. Он валёк с той стороны забора. А я вижу, у них там они где баги ваш. Это не наш, вот. Это их. С X8 удобно, хочу вам сказать. Блядь, вон он по снег. Полю, возле камня, валёк. Дальше чуть-чуть. Капец, меня попали опять. О, вырубил. Нет, второго, который убежал, не вижу. Баги сейчас заберу. Он дальше, к тем домам побежал. Слишком далеко, я не пойму просто даже где. Илюх, поехали. Искать другую тачку. Я с тобой больше не поеду. Да нормально, ехали. Ну сейчас круг к нам подъедет. Ух ты, еб, машину-то четырехместную нашли? Нет. Я думал вот эту баги как раз, которая у них была. Отжать, а оказывается они тут.
Беги, Лю, Валек, беги в круг, мы, если что, тебя догоним. Нашли тачку. А второй убежал в эту сторону. Валёк, тормози. Он так быстро едет. Круг? Кстати, да, по-моему, его ускорили. Наверное, лучше туда не ехать. Готовьтесь. Быть, залечитесь для начала. Так, тут лут она. Ну и хорошо, главное, чтобы здесь никого не было. Ну, учитывая, что... Лечусь, допустим... кому там X4 надо? Я у чувака успел слямзить. У меня не только 4 бинта. А у меня вообще бинтов нету. Могу поделиться остатками. Так, ну сейчас Илюха хилится. На, блядь. Кому там X4? Семерок ни у кого нету. На. Компенсатор держить с этим. О, мне 30-ка. Хотя, в принципе, бог с ним. Пламегас надо? На аэрку. Надо. Нет. На аэрку, да. Так, это не надо, это даже не надо. А нет, увеличено не надо. Мне бы, блядь, пятерки. Нету, у того коллаж был, наверное, сенда. А что, их четвертый никому, ну, кстати, не было? Кстати, опять не в круге народ. Я забил. Да, мы знаем, что мы их убили. Тут, кстати, кого-то убивали. Тут бронька валяется, коцаны. Валек, у тебя СКС? Да. Глушитель нужен? Да. Вообще теперь закачаться нужно. Так, ну чё? Всё, захилились? Ну, насколько можно. Илюх, а ты чё не захилился? Аптечек, ни энергетиков, меня не задавили. Надо ехать. Что-то круг нас тут вообще настигает. Ёбаный в рот. Пойдем в брод. Чё? В брод пойдем. В брод. Блин, в брод. Опять там. Чем? Давайте через мост.
сейчас все через этот мост. О, вижу, машина едет. Дымная. Чего хотите, блядь? Мочите. Выпрыгнули. Кто выпрыгнул? По-моему. О, X8 кому? Пятерки. Он один был? Да. Да, не глупо. О, калаш, зайца. А семерки чё? Да у меня они, поехали, Валёк, не тупи. Поехали. А чё вы X8 не захотели брать? Так вы его взяли или нет? Я взял. Да, мне... Бля. На сайгу что его вешать? А чё ты калаш не взял, Илюх? А, у тебя это, М-ка, да. Да, только патронов нету. Так, аптека, найти одну кому-нибудь. И энергетос, найти. Так, Илюх, на калаш, на прицел. Эх, не калаш. Да у него М-ка, Валёк. Ну, М-ка. Мне пятерки нужны, блядь. Этот, на семерке. Ну, на пятерке, а мне семерки, да. А у тебя что, уже есть X8? Да. Ну смотрите, вот по мосту едет машина. Едет, спокойно проехала. Странный народ какой-то. Ну мы, кстати, тут рядом с клубом. Говорю, засады там, конечно, устраивают время от времени. Чуваки, так, что... 285 по берегу бежит. Один? Один. Вы убиваете игрока, используя М14. Сильно. Хаты не лутали? Нет. Пойду чувака лутам. Кстати, сейчас переплывальщиков много будет. Сесть. Мы, правда, не в зоне. О, бегите ко мне. Тут рядом еще есть дома, как раз мы на краю засядем. Олени. А? Покосали третью бронку. Так, тут компенс есть на аэрку. Скорель есть, калаш есть. Пятерки. Я взял пятерки. У меня пламя газа есть на аэрельку. Пятерки я все взял. Они у меня. Вдруг на. У меня тоже пятерки есть, на. Нихуя, у вас у всех есть пятерки, блядь? Я у чувака отжал. Я в доме нашел. Ого. О. Так, я энергетик бухаю. Если коллиматор найдете, свистните. Коллиматор? Угу.
А были же у чувака два коллиматора. На, Валёк, на. Иду, беру. На Сайгон нахер не всрался 20 раз. Опять эти хаты. Ага, я помню, тут война была. Че, Паша, больше ничего нету там? Чувак есть. В дом зашел. Сразу умер? Нет, я его не убил. Убил. Он сразу сдох. Угу. Пятерки еще кому надо? Пятерки? Семерки бы не помешали. Могу еще семерок кинуть. Ну давай. Что, Валёк, я чисто вот кинул. Ворожка еще тебе. Угу. Вот живем. Чувак явно долиной чуть-чуть ошибся. Че он сюда? С этой стороны заходил, я чуть не понял. Ну, он приплыл, видимо, здесь. Я смотрел, вроде подходящих никого не было. Сверху он, скорее всего, прибежал. Мы опять в круге. Добежал откуда-то, да. Можем до следующих домов добежать. Хотя... Не, давайте попробуем до следующих. Да, каких? Которые вон на юге, С. Блять, плохая идея, мне кажется. Ну, либо будем сидеть. Ну, так мы, считайте, в центре будем. Но нам надо быть в центре, блядь. Нам потом меньше бежать, если круг обновится. Сидим с краю, никого не трогаем, всех палим, всех видим. Какие дома? Слева, справа, по центру, я не знаю. Давайте слева. Нет, справа. Не, он маленький, слева. Заебал, блядь. Слева, тут, кстати, дверь справа. Открыта. Ну, скорее всего, просто лутом. Блять. Так, я закрываю входную. Одну. Так, кто какие палит в сторону? Все. Все надо палить сразу. Че, 20 тел осталось. Блин, чердак жалко, конечно, так, не простреливаем. Откуда стреляют? С юга все? По-моему, СВ где-то, да. Ну тут окон, кстати, не так и много. Валёк, блядь, ну возьми ты себе какое-нибудь окно, чё ты рядом сидишь? Мне тут везде дерьмо смотреть. Нам тут всем дерьмо смотреть, может, дождь. Так, я на N смотрю. Блять, я на N. Я СВ. Смотри СЕ. Там. Я смотрю как раз сейчас. В СВ. Второй броник у всех есть? Да. В этом доме второй броник есть? Да. Это хорошо. Пригодится, с кого-нибудь снесу. Не, у меня первый. Блин, как раз туда, откуда мы ушли, сужается. Ну, почти. Мы можем перебежать в следующий дом. Давай. По ускоренному курсу, чтобы как раз те, кто у нас за спиной, к нам бежали. Ох, блять, в меня уже стреляют. Откуда? Все, блять, побежали нахуй. А, вижу дерево. Валёк, где? Ебать, а чё он так пристрелочно бьет? Валёк!
Тебе восьмой прицел. Я не видел откуда. Тем более их там двое. Резни меня. Дверь закрыл бы. Нормально сидели, нахуй побежали мы. Они уже ближе перебежали за дом, который на 105. Сейчас. А с чего, Илюх, тебя убили? С оружия. Ну, заебись, блин. Готовься, Паш, сейчас могут вылезти. Угу. Не высовывайся, они сами подойдут к нам. Ну они-то не в круге. Ну да. Сука, ну вот как? Илюх, ты видел? Тебя зацепил? Блять, он меня убил, считай. Охренеть. Охренеть, тут третья бронька валялась, оказывается. Блять. Как он через забор смолял? Херня какая-то нездоровая. Ну, до пятого добрались. Угу. Давайте партию вывалить и все. Долго. Че, давайте партию вывалить? Че, мыться, бриться? Ладно. Я нажал. Пока-пока. Чё, пока-пока? Я нажал, готов, алё. Всё. А, во всё? Да. Прям-прям совсем всё? Да уже по 11. Сказать бы тебе это время лет 6. Да, да, да. Ну да. Помнишь рейд в Хасумандир до 3 ночи? Было, да. Было. Так, ладно, все, давайте, пацаны, всем пока. Пока-пока. Пока-пока.